По меньшей мере 25 человек стали жертвами вооруженного нападения на военную базу в Афганистане. Все погибшие – афганские военнослужащие. Инцидент произошел в провинции Фарах на юго-западе страны. На стратегический объект напали боевики радикального движения «Талибан». Еще одна атака произошла в Кабуле. Террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство в районе Шашдарак. Погибли 3 человека, еще 6 получили ранения.